едем не в далекие края. Сегодня суббота. Хотели за грибами поехать, что-то не собрались в лес. Это вот плацмярки. Наш. Мы выезжаем на Костюшки. Очень длинная улица. По-моему, самая длинная улица в Катовицах – это Костюшки. Тут у нас скоро выборы, и везде вот претенденты на выборы. За кого хочешь, за того и голосуй. Здесь такой подъем, когда мы здесь ходим пешком, он кажется длинным, нескончаемым. А на машине вжик и проехали. По Костюшке едем. На каждом столбе претенденты. Грамотыка. Чаще всего почему-то встречается грамотыка. Платформа Обывательская. Воючек. А мы еще не знаем, за кого мы будем голосовать. Мы едем вот в эту галерею, которая называется Лебедь. Ее относительно недавно построили. Здесь строили, несколько лет все строили. А вот тут интересное здание такое, узенькое. Подземные гаражи, где все сверкает красненьким, зелененьким. Красненькое занято, зелененькое свободное. Несколько этажей здесь. Целый подземный город. Самое главное не забыть, куда поставили машину. Заехали в медиамаркет. Зашли. Любимый Костин магазин. Он там что-то смотрит, а я тут вот кофемашина. Смотрю. Кофеварки. Ну, побывали мы в этой галерее, в этой Либере. То же самое, что и у нас, то, что Костя хотел там что-то себе купить, посмотреть. Только посмотрели, и цены такие же, может быть, даже дороже. Ничего особенного. Понаделали. Не, ну так и должно быть, наверное, конечно, чтобы народ ходил, покупал. Ну, народу здесь мало. Но паркинг громадный, конечно. И первый этаж, и второй этаж.
народу как-то не очень много, а машин вон все занято стоит. Все везде одно и то же, везде одно и то же. Здесь цены немножечко даже дороже. Может быть, потому что он сравнительно новый. Надо отбить цены еще за этот. За все эти места. Вот уже вечереет. На улице холодно. Эй, лучше в лес поехали. На природу. Столько знаков много, меня всегда прямо удивляет. Ну, не удивляет, конечно. Столько налеплено, блин, цыганщина какая-то. Светофоры, знаки, не дай бог. Чтобы никто ничего не нарушил. Еще умудряются как-то аварии делать с таким количеством знаков. Соблюдай правила, едь с нужной скоростью. Никогда ни в какую аварию не попадешь. Тут расширяют дорогу. Давно уже здесь копают. Вот сколько мы здесь ездим, несколько лет. Вот, еще тоже что-то строят. Интересно, что здесь строят. Еще один торговый центр. Человечество превратилось в какой-то не homo sapiens, а homo потребитель. Все надо, 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 надо. Если так разобраться, человеку очень мало надо. Вот чисто для его физиологии. Над головой, хлеб и стакан воды. Ну и машина, конечно. Это мы сейчас куда выйдем? Не знаю, ты матрицы. Тоже наши Катовицы. Осень. Мне очень нравится осень. Она такая мягкая. Подъезжаем к нашим деревням.
суд. Засудили и сразу в СИЗО. Поворачивает нам Джея. Вот этот суд наш окринговый. И наша такая заставленная машинами, домами, улица Анжея. Она очень коротенькая, это Анжея. Буквально вот 200-300 метров. Там вот за этими машинами плац Анжея. Вот это здание, которое уже сколько мы здесь живем, столько оно здесь пустует. Такое вот. Его надо отремонтировать. Там вот вокзал. Анжея заканчивается. Вот это Батор. Это туда. Шива. Очень симпатичная улица, на которой у нас в августе месяце даже снимался здесь фильм. Как называется фильм? Blue Cafe, Blue Box. Да ну, фильм как называется? Тысячелетие винных. А, да, тысячелетие винных. Вот прям тут снимали повоенная улочка Варшавы, просто под нашими окнами. Костя даже тоже снимал. Конкурентка стала. Ну, все.